Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, это DayZ Standalone, и я продолжаю обозревать патч 0.56, и я нашел уже новенькую курточку, вот так вот она выглядит, слотов в ней 6, это уже неплохо. Так, давайте наденем ее на себя. Наденем ее на себя. Занимает она 4 слота, а на себя мы ее сейчас наденем. Да ты что, гонишь, что ли? Да. Так, сейчас, секундочку, что-то. Лаги какие-то. Так, сейчас, секунду, и... Ха, странно. Чё-то я ее не могу надеть на себя. Вот это. Так, это надевается. А куртка? А куртку я не могу надеть. Интересно. Вот так вот у нас все получается. Все делается через жопу, блин. На, попить, кстати. Сейчас еще попробуем еще разоли надеть. Но, блин, я не знаю, что делать. О, наконец-то, наконец-то. Блин, так-то солидно смотрится. Ну-ка на этот броник убрать. Вот так вот, в общем, он выглядит. Сейчас бронежилет уберу. Так. Смотрим. Блин, так-то вообще нормально. Ну что, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Всем спасибо, всем пока.